чтобы после уроков прибралась в своей комнате. Поняла меня? Ладно, мам, только можешь, пожалуйста, дверь закрывать, когда выходишь? Я каждый раз тебя прошу. Ой, посмотрите, барыня какая. Значит, есть что скрывать от матери? Ма, я делаю уроки, а ты шумишь на кухне. Мне очень тяжело сосредоточиться. Ха, шумно ей. Мать целыми днями на кухне корячится, чтоб дочь сытая была. А ей, видите ли, шумно. Ну, извините. Ладно, мам, проехали. Не хочешь, не закрывай. То есть ты меня сейчас послала на 3 буквы, правильно я понимаю? Никакой благодарности к матери.